Всем привет, с вами интернет-магазин Покупалкин.ру. Меня зовут Дима, и буквально вчера мы собрали вот этот прекрасный набор. Он, кстати, самый большой в серии, называется «Охотник на тираннозавров» и имеет артикул 75918. Посмотреть сборку можно, перейдя по вот этому видео, появившемуся рядом со мной. Не забудьте для этого включить аннотации. Ну а если вы смотрите с мобильного устройства, то ссылка есть в описании к этому видео. Сборка. Не забудь сюда нажать, если хочешь посмотреть. Сборка. Там много всего интересного. Набор состоит из 520 деталей, и вся серия приурочена к выходу одноименного фильма, который выходит в июне. Сами наборы выходят раньше, но точная дата, когда они будут на прилавках, неизвестна. В июне будет еще игра из этой серии. А вот уже что будет в игре, сказать не могу, но она будет, как всегда, в стиле Лего, с шутками и приключениями. Ну ладно, что-то мы отклонились от темы. У меня в руках фигурка Хоскинса с такой вот серой седой прической, бородкой и с двумя лицами, нейтральное и злое. Даже, наверное, не злое, а напряженное. Интересный принт с кобурой для пистолета. Ну и сам он облачен в бежевую рубашку. Из аксессуаров есть чемодан, к сожалению, он не открывается. А вот этого парня зовут Вэд. На нем бежевая безрукавка, это легко понять по рукавам белого цвета. Принт с кучей карманов спереди и логотип мира юрского периода сзади. Штаны у него уже синего цвета, а из аксессуаров имеется классная шляпа и факел. А это у нас барышня Эку, она охранник и, видимо, помогает поймать Рекса. Имеет два разных лица, а также бронежилет, который можно снять и увидеть интересный принт формы. В руках у нее пистолет с транквилизатором, ну а на голове шлем. Он немного необычный, стилизован больше под каску, хотя могли использовать обыденный для Лего гоночный шлем. Ну а на сладенькая Т-рекс, он просто огромный по сравнению с фигурками, состоит из нескольких частей, благодаря чему у него двигается на шарнирах голова в любую сторону, открывается пасть, двигаются лапы и хвост. Также на спину можно чего-нибудь повесить, либо посадить мини-фигурку. Грозный и большой Т-рекс. А вот и довольно большая машина для его ловли. Как вы видите, это грузовик, на который устанавливается клетка. Она очень интересно работает. Нужно повернуть вот эту желтую детальку, отодвинуть эту направляющую, и клетка с одной стороны откроется. Это сделано, чтобы зафиксировать Т-рекса, и он не смог убежать или выбраться. Справа на этом грузовике висит мотоцикл, он просто снимается, и вот так вот стоя можно поставить на него мини-фигурку. Снимается крыша у грузовика, и сюда можно посадить кого-то за руль этого монстра. Жаль, что в кабине пустовато. Слева очень занимательный арбалет, который может стрелять специальным крюком для ловли Т-рекса. Опять же, за оружие можно посадить любую мини-фигурку, а сам крюк не потеряется благодаря нитке. Ну и Т-рекс от вас тоже не уйдет. Сзади у нас есть специальные приборы для ловли динозавра, а также ящик с запасным транквилизатором. В целом, грузовик отличный, здесь много стикеров с логотипом серии, интересно сделаны крылья с отметинами когтей, и радует, что покрышки сделаны из резины, а не пластика, что придает реалистичности движению грузовика. Одним словом, отличный набор получился, мне даже добавить нечего. Мы имеем классный транспорт в виде грузовика с клеткой и мотоцикла. Ну и также большой Т-рекс и колоритные персонажи. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Но напоминаю, что только что вы посмотрели обзор Лего набора мира юрского периода «Охотник на тираннозавров» с артиклом 75918 от интернет-магазина покупалкин.ру. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк, а также в комментариях напишите, понравился ли вам этот набор.